Александр Галаков, учебный тандемный вылет первый. Пассажир, как бы, обычный человек. Ничего не подозревающий. Что будет? Стоим, упираемся, бежим. А кто на Ниве едет? Серёж, ну вначале было очень мало тяги, и в середине поля фактически начал затягивать. Я понял.
Животушка держи, не отпускай. По ветру долго не летаем, быстренько разворачиваемся, раз развернулся. А то пока разворачиваешься, тебя сносят на соседнее поле. Так, ладно, я сейчас смотаю. У тебя 400. А я обычно обе ставлю, мало ли там переключится. Что, они в потоке? Серый, пока ребята там крутят, я могу вам сматывать. Хорошо, мотай. Александр Михайлович, он прошел курс обучения. Это первый полет после обучения, 41-й. Это первый полет после обучения. Волкове на новом посадке. Сейчас будет обрабатывать посадку летательной. Здесь они, да? Поймали, примерно вот так. Они еще могли поймать? Они выше сейчас, они сейчас выше, чем натяжка. Ну сейчас еще бы были облака, вообще бы это унесло бы, наверное. Придут мне обычными дорогами, короче, а? Или то, что, да, тут где-то вон там, может, даже здесь под лесом по динамику. Над лесом? А, нет, по динамику. Здесь ветер не очень, внизу слабый ветер. Вверху сильный. Видишь, он рывками, я бы сел давно и не смог бы. Это, я не знаю, как там динамика пошло. Саша, Бенкин, смотри, это самое зло подъезжает, сразу подойди на удаление, чтобы дуги не было потом. Еще дальше отойди, все, потом пройдите обрыв, потом Можно тебя попросить принести? Или да, я сейчас, сейчас видимо, что дольше намного. Спасибо большое. Александр Михалкин забыл подсветку приступить. А зачем мне? Я так... Thank you.
лампочки мы готовили. До левой стороны, да? Это кто учится тандемить? Да. Первый по тандемной вылету. Пролетал минут 10, как минимум. Подтягиваем чуть-чуть. Зажимаем. Резко разворачиваемся и тушим купол. Гасим. И подходим к нему. Смотри шею там. Ну, оперативника задержки уходите. Целый пилот готов. Села батарейка.